Каждая семья – это маленькое чудо. Дорогие друзья, программа «Все свои» продолжает знакомить вас с многодетными семьями Петербурга. И сегодня мы отправляемся в гости к замечательной семье Мартынкевич, которые расскажут нам о своем пути к Богу, о том, как заложить любовь к Иисусу в детские сердца, и, конечно, о том, какие рождественские традиции существуют в их семье. Ну что же, добро пожаловать! Для меня это очень дорого, что не купишь, как бы, ни за деньги, ни за что, что мои дети, как бы, верят в Бога, как бы, и он никогда не оставит. Ну, Артур у нас, да, первенец, вот, он у нас такой, он творческий, мыслительный такой у него процесс всегда, серьезный, и такой любит он танцевать, общаться с детьми, с друзьями, да. И меня очень радует, вот буквально на прошлой неделе, да, мы как прививаем, да, христианские ценности, да, и стараемся, чтобы больше Слово Божие в приоритете, я могу сказать, что не школа и там, да, а в церковь в приоритете всегда у нас. Мы всегда туда бежим, ну, несколько раз на неделе мы ходим, вообще практически стараемся ни служение не пропускать, чтобы они видели на личном примере, вот, и... Буквально на прошлой неделе, да, получается так, что мы в церкви отмечаем Рождество 25 декабря. И так получилось, что они с классом тоже 25 декабря хотят пойти вот, на елку отмечать Новый год. И меня порадовало, что я спросила его, ты куда хочешь, в церкви будешь Рождество встречать или с классом? И он сказал, что он хочет в церкви встречать Рождество. Поэтому вот. А Илюша, ну, Илюша у нас такой шустрый мальчик. Вы видите, что он не сидит на месте. Любит поговорить, может легко подойти, познакомиться с незнакомым человеком, заговорить, рассказать о себе. Да. Вот. Тоже такой, ну, как сказать? Шустрый. Шустрый, да, шустрый, но я вижу, как ему всего 5 лет, да, но вот все равно Господь уже в сердце работает, потому что такие моменты, да, как Рустам сказал, заболел, бежит сразу к нам, молитесь за меня скорей, сразу возлагайте на него руки, и сам, если кто-то заболел, там сестра бежит молиться за нее. У детей так легко все. Вот. Ну, а Жасмина – это наше чудо. Принцесса. Принцесса, любимая всеми, вся в любви, в ласке, в заботе, да? И тоже рождена в Боге, в любви, растет, мы радуемся, в церкви растет вместе со всеми. Это так чудесно, вот, что наши дети, да, вот маленькие, бывает, кто-то берет, они боятся, да, они в церкви уже растут, видят столько людей, столько, и, ну, ко всем так вот, доброжелательно, с улыбкой, не боятся никого. Слава Богу. Пришел такой момент, когда, видимо, Дух Святой все равно тебе в сердце говорит, призывает тебя. Мне стало вот, ушла радость. Вроде бы все хорошо, все есть. Муж любимый, любящий, да, дети, друзья, родители. Но вот внутри какая-то пустота, и ты понимаешь, что ты, ну, тебе не хватает. Не хватает. Я понимала, что мне нужен Бог. Пришло такое состояние какой-то пустоты, даже депрессии, мира не было внутри, не было покоя, какая-то вина, осуждение.
И я понимала, что мне нужен Бог, что только Господь может это восполнить. Я стала искать, я стала молиться. Ну, знаете, не так, а прям взывать. Я реально хотела с ним встречи. Жажда была. Жажда была огромная, да. Я могла там закрыться, детей отдавала маме, чтобы мне вот остаться одной и помолиться. Вот. И по чуть-чуть, вот Господь, я сейчас вот анализирую и вижу, как Господь вот просто устраивал вот, ну, путь для меня к себе. Появлялись люди какие-то, незнакомые вроде бы, как-то мое знакомство. И вот я пошла, стала искать церковь здесь, в Гатчине. Пошла в одну, ну, я понимаю, пришла вот, я вот внутри, я не знаю, не могу объяснить. Понимаю, что это, ну, не мое место. Все хорошо, замечательная церковь, замечательные люди, пастора. Но я внутри понимаю, что не мое. И познакомилась там с одной сестрой, вот тоже, да, думаешь, вот как Господь. И мне вот сестра посоветовала, говорит, иди церковь в Гатчине, хлеб жизни, пастора вот наши, пастор Сергей и Надежда Стогнеева. Вот, и я пришла первый раз. Знаете, я туда вошла, и вот внутри вот оно, твое место, вот, вот просто это, ну, не описать словами. Церковь небольшая у нас, да, небольшая, но примерно 100 человек, ну, может, чуть побольше, да, там с детьми. Вот, но, как сказать, главное не количество же, да, а качество. Вот, и я туда пришла, наверное, где-то на втором или на третьем служении, когда я туда пришла. Выходит пастор, и он выходит в тапочках домашних. Ну, они там живут, прямо вот рядом с церковью. И меня это так коснулось, вот эта простота. И мне кажется, вот этой простоты мне всегда не хватало. Вот именно от людей, от пасторов, да. И меня настолько это коснулось, вот их простота, их принятие, что они, знаете, не там, да, не сказали, что ты, ну, ты грешница там, и там ты не была с Богом, поэтому как бы вот тебе надо покаяться, и вот как, да, обычно. Они вот своей любовью, своим принятием настолько вот покрыли, приняли, и вот начался процесс такого внутреннего моего исцеления, свободы. И через каждую проповедь я вот, знаете, ходила каждое воскресенье, я бежала на проповеди нашего пастора, потому что я как вот человек жаждет пить, да, я вот как будто вот пила вот эти вот проповеди, эти откровения, и у меня вот стала внутренность моя восстанавливаться. И через это Господь и мужа, да, моего привел, и всю семью нашу. Да. Лично меня коснулось тогда, была такая проповедь у пастора, и меня коснулось тогда, когда он пример привел своих детей. И я через своих детей, что они со всякими проблемами, со всякими радостями там сразу ко мне бегут, папа, папа, папочка там. И я понял, что у нас... Мы Божьи дети, и Бог как отец пережил, что Божья любовь и присутствие Божие, что я могу, что у меня есть отец. Не то, что я там потерял своего отца, когда-то молодые годы, для меня это было очень больно, а то, что у меня есть отец, и он живой, аллилуйя. И через это вот я, мне Бог открыл, что он есть. Он меня никогда не оставлял, даже мне многие, как бы, такая жизнь у меня была туда-сюда, неопределенная. И он меня, как бы, никогда не оставлял, даже когда я был неверующим. И вот я сейчас верующий, и я понимаю, что он меня не оставлял ни в каких трудностях, как бы мне не было тяжело. Он меня вывел, и теперь у меня, как бы, только с ним, и другого пути нету. Для меня, например, сильное такое откровение, как откровение, то, что я переживала, да, в жизни, что те чувства, которые я испытываю, да, которые бывают, да, там негативные какие-то, страх, волнение какое-то, вот,
у меня не было открыто это, да, мне казалось, что я вот как-то должна с этим сама, да, справляться. Но потом, там, читая Библию, да, и углубляясь вообще в Господа, понимаю, что все эти чувства он переживал, и что он силен тебе в этом во всем помочь. Раньше там каких-то в трудностях человек как бы впадает в какие-то эти панику какую-то, может, мог натворить там что-то, как раньше, да, там, неправильное как бы решение. А Бог выведет и не оставит, и так, как все ему угодно, и все ему в этом мире принадлежит, и он тебя не оставит. Папа своих детей не оставляет нигде.